Ну, раз у нас пошла такая тема анекдоты на религиозную тему, вот вам еще. Из города по обочине дороги, под дождем, в грязи идет монахиня. Мимо пролетают машины, никто не останавливается, а ей до монастыря шкерить и шкерить. И тут через какое-то время останавливается около нее одна очень крутая машина, Окошко опускается, и женский голос. «Сестрица, садись, я тебя подвезу до монастыря». Монашка говорит, «Простите, но у меня нет денег». «Ой, да ладно, какие проблемы, садись». Она смотрит, машина очень богатая, ну, ну хочет человек помочь, ну, помолюсь за человека, отблагодарю. Садится в машину, говорит, «Ну ничего, что я грязная». «Да ерунда мне помоют». Едут они, она смотрит, монашка, так на эту хозяйку машины, что за рулем сидит. В дорогой шубе, в кольцах, она говорит, сестрица, а могу ли я задать вам один нескромный вопрос? Да спрашивай, спрашивай, без проблем. А сколько стоит такая дорогая шуба? Ну, девушка за рулем говорит, о, эта шуба стоит ночь любви. Монахиня так вздохнула и замолкла. Через некоторое время... Она опять спрашивает: сестрица, а могу ли я задать вам один нескромный вопрос? Да спрашивай, без проблем. А сколько стоит такая крутая, дорогая машина? О, говорит девушка, эта машина мне обошлась в неделю любви. А-а-а! Понимающе вздыхает монашка и замолкает до конца дороги. В монастыре. Придя в свою келью, она снимает с себя свой мокрый грязный плащ, вешает на вешалку, собирается ложиться спать. Тут стук в дверь. Она подходит к двери, открывает свою келью, стоит настоятель монастыря и говорит, «Дочь моя, посмотри, что я тебе принес. Шоколадная конфетка». Монахиня, вспоминая весь разговор с хозяйкой крутой машины, смотрит на эту конфетку, потом на этого настоятеля – и со вздохом закрывая дверь перед его носом произносит шли бы вы батюшка с вашей конфеткой